Всем хай, с вами Дел, и сейчас я покажу, как установить свою кастомную прошивку Flyme 8. Теперь не нужно будет геморроиться с удалением китайского софта, если вы, конечно, не ярый фанат этих приложений, тогда эта прошивка явно вам не зайдет. Также встраивать гапсы, к слову о них, тут нет привычных гапсов, здесь я использую MicroG. Что это, я объяснять не буду, иначе будет сплошная вода. В общем, погнали ставить. Первым делом сбрасываем архивы на телефон, и теперь идем в Wipe, и делаем свайп вправо. Возвращаемся назад и нажимаем на Install. Здесь выбираем прошивку и делаем опять же свайп. Ждем, пока установится это барахло. Возвращаемся в главное меню и нажимаем на Advanced. Можете установить MagiSk, я же выберу SignBoot. Если установили MagiSk, можете это не выбирать. Также выбираем Close AVB. Нажимаем на Reboot System. Теперь обычная рутина. Сделать первую настройку. The next day. Двигаем в Exposed, выбираем меню, потом модули и активируем поддельные гапсы. Они нужны для нее обмана приложений. Теперь заходим в MicroG и ставим 3 эти галки. И добавляем аккаунт Google. Теперь если зайти в Play Market, будет вот такая ошибка. Не нужно ссать, это так и должно быть. Еще нужно зайти в настройки, аккаунт и синхронизация, выбрать аккаунт, настройки аккаунта и поставить галку на разрешить приложениям находить аккаунты. Перезагружаемся снова в TVRP. Выбираем Install и устанавливаем два эти патча. Нажимаем на Reboot System. И видим, что нас встречает китайский язык. Все окей, это так и задумано. Как по мне, это лучший язык для повседневного использования. Ну ладно, не хотите, как хотите. Переходим в Хумашвала. Теперь Кирамана. Выбираем Эстрамино. И выбираем английский язык. Заходим в Play Market и видим, что он работает. Для примера я скачаю телегу.
запускаем телегу, и она работает. На этом все. Всем пока.